В Северском районе прошло траурно-торжественное мероприятие, посвященное вводу войск в Чеченскую республику. На мероприятии присутствовали представители районной администрации, матери воинов, погибших в военных конфликтах на Северном Кавказе, ветераны боевых действий, казачества, школьники и студенты. 25 лет назад началась Чеченская война, но память о тех кровопролитных событиях по-прежнему жива и болью отзывается в сердцах неравнодушных людей. Для многих эта война обернулась потерей самых близких, самых родных и любимых людей, сыновей, мужей, братьев и отцов. Подвиги тех, кто не вернулся, навсегда останутся в памяти будущих поколений. А солдаты и офицеры, которые пережили те страшные дни, стали образцами героизма и воинской чести. И сегодня долг каждого гражданина России помнить ушедших героев, чьи имена вписаны в историю нашей страны. Низкий поклон матерям, чьи сыновья погибли, исполняя воинский долг, ветеранам боевых действий. Сегодня вы, как никто другой, осознаете важность воспитания молодежи в традициях патриотизма и любви к своей родине. На памятном мероприятии выступили председатель краевой организации «Союз семьи военнослужащих» Надежда Обух и председатель Краснодарской региональной общественной организации участников боевых действий ветеран спецназа Олег Ратников. От лица общественной организации участников боевых действий хочу поблагодарить вас всех за присутствие на данном митинге. Родителям погибшим желаю здоровья, участникам боевых действий крепость духа, а нам всем мирного неба. В знак вечной памяти о погибших солдатах, с честью выполнявших свой долг, объявили минуту молчания. Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику воинов-интернационалистов.